После долгих и кровопролитных войн, все же нам удалось удержать вражескую столицу. Теперь Экбатана – наша провинция. Мы продолжаем прохождение Rome 2 Total War за Армению. У микрофона, как обычно, Римас. Я вас приветствую, друзья. Что ж, давайте мы в этой серии попробуем все же продолжить захват вражеских земель. Конечно же, нам нужно поработать агентами, обработать вражеские войска, а после уже будем идти на наступление. Но нам тоже не нужно забывать о том, что Сузы, открытое поселение, и, скорее всего, отсюда, возможно, могут пойти разные стейки. Если мы возьмем эту провинцию, то у нас откроется фланг с этой стороны, и опять же наша столица будет в опасности. Давайте прежде сначала мы продолжим, наверное, нанимать основную армию. Это хранители правды. А как ее назвать-то, основной? Нам нужно донанять. Скорее всего, воины Азаты. Продолжим. Ну и персидскую конницу можно. Кстати, персидская конница дороже, чем знатная конница. Хотя у знатной конницы ближняя защита больше, чем у персидской, да? Но у них натиск 72, а у знатной 37. У катафрактов тоже 72. Для разнообразия, может быть, с вами и знатную и наймем. Ну что ж, друзья, я думаю, пока нам этот отряд не нужен, мы его распустим, так как приходится платить очень дорого, очень много денег. Этот отряд тоже распустим. Лучников, горцев пока оставим, не будем их трогать. Ну и остается сдать ход. Или же, может быть, мы отменим пока эту конницу. Лучше этими деньгами мы обработаем вражеские армии, чтобы не давать им спуску, как говорится. Так, это он делает управление. Здесь оставим врага, агента здесь тоже, пусть он будет на подхвате. Кстати, Каппадокия. Каппадокию мы оставим. Единственное, вот этих вот ребят нам надо отравить. Скорее всего, мы этим сейчас и с вами займемся. Давайте, ребята, вас траванем. Поможем, как говорится, нашим союзникам. Ну, как бы косвенным союзникам, которые здесь находятся. А здесь есть Рим Антония, здесь Каппадокия. Смотрите, как они укрепились. Довольно полезно для нас. Хотя, друзья, смотрите. Ну, вот он ответ перед нами, да? То есть, как я это не заметил. Мы можем, в принципе, пойти на наступление, забрать эту провинцию и попытаться расширить свои границы. Отменим пока один отряд. А здесь можем попытаться. Отпущена возможность, к сожалению, нам не удалось. А зато еще один шанс у нас есть. Отлично. Превосходно. Давайте сразу же поднимем своего агента. 18%, 12%. 18%. Прекрасно. Массовое отравление. Изучаем этот навык. Может быть, мы вторым агентом тоже сможем их отравить. Я думаю, мы сможем их отравить. Как раз у нас вроде бы там обучение какое-то выполняется. Я имею в виду в плане технологии. Так. Превосходно. Отлично. Можем наступать. Да, врага очень много. Ну что ж, ладно. Так, это у нас воители пламени. Воины огня огней. А если мы включим ночную атаку, смотрите, если мы включаем ночную атаку, то у нас будут эти враги, только эти враги. Это очень превосходно. Все же давайте пока мы их окружим, не будем их трогать. Благо то, что у нас есть функция такая полезная, называется ночная атака. Здесь мы продолжим, скорее всего, с вами нанимать катафракты. И просто тупо эти катафракты потом воссоединим
к основной армии, да, которую мы здесь поставили. Давайте, ребята, разыграем, наверное, автобой. Ну, здесь понятно, да, что мы забираем этот город. Включаем ночную атаку, и подкрепление не сможет подойти ночью, так как у них нету умений, чтобы так. Режим защиты? Ну, давайте режим защиты. Превосходно. Забираем их поселение, отгоняем эту нечисть. И Арсакия теперь наша. Превосходно. Так, у нас здесь есть одинаковые здания. Можно, в принципе, заняться строительством. А именно... А, мы можем еще издать эдикт. Налоговая ставка плюс 20%, пища плюс 4, общий порядок плюс 10, либо доход от всех торговых сооружений плюс 20%. Замедляет снижение численности рабов. Это у нас стимуляция торговли. Здесь у нас призыв новобранцев. Стоимость набора отрядов минус 20%. Возможность наема отряда плюс 2. То есть плюс 2 ячейки. Давайте все же мы, наверное, с вами хлеб и зрелище, да? Оп. Раз, как говорится, и на матрас. Прекрасно, будем надеяться на Каппадокию, на Рим Антонио. Кстати, Рим Антонио здесь находится на ускоренном марше. У них такие бомжи, просто жесть. Ну, вигилы, вы сами знаете, что такое. Зато у них есть римская баллиста, которая тоже может много чего сделать. Мы продолжаем, друзья мои. Прекрасно, у нас пока все идет хорошо. У нас есть умение ночная атака. Как вы знаете, это очень хороший такой плюс у нашего полководца. Потому что он сможет... Ой, смотрите, как римские агенты работают, отрабатывают прям нормально по вражеским позициям. И, скорее всего, они остановлены. Мы можем сейчас просто нападать на каждую армию по отдельности, использовав свое умение, а именно ночная атака. Мне кажется, это очень такая, ну, у нас вот, не знаю, ну, мне кажется, это даже читерство. Представь себе, да, у вас там огромной армии, кстати, смотрите, а он пытается переманить нашего либо агента, либо сделать диверсию нашим войскам. И, как я понимаю, у нас вроде бы здесь есть агент, который мы его внедрили как-то. Так, все же враг. А нет, смотрите, Парфия здесь остановлена, мы можем их добить своей армией. Каппадокия пользуется нашим договором с ними, у них есть договор о праве прохода, то есть мы можем проходить по их территориям, и они тоже. Подрывная деятельность. Какой позор, задание провалено, просто позорище, Римас. Они остановили вроде бы нас тоже, да? Нет, 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 не остановили, они просто ограничили нам передвижение, насколько я понимаю, потому что мы, хотя, не знаю, так этих мы не доходим, но этих мы можем добить. Ой-ой-ой, мы их даже травить, мне кажется, и не надо. Ну что ж. Давайте улучшим их, кроме этих бомжей. Сколько? Ой-ой-ой, 3225. Ну ладно. Ой, смотрите, какой доспехи уровня второго. Зато мы потратили очень много денег. Ладно. Отправим своих хранителей правды сюда. Пусть они пока идут к поселению. Ну и здесь Парфия на ускоренном марше пытается... Кстати, смотрите, эта армия, Каппадокия, она разбила... персов, я насколько понимаю. И здесь мы можем им помочь. Именно отравление сделать пищу. Диверсия провалилась, к сожалению. У нас есть 1000 золотых с чем-то монет. Давайте все же мы попробуем. Ага, термагентом отравили вражеские войска. Превосходно. Просто превосходно. Так, кого мы... Ага, вот этим давайте мы сейчас с вами попробуем отравить. Ну, этих мы травить не будем. Они и так уже испытывают сложности. Так, а вот здесь вот... Контрразведка. Тогда мы с тобой врубим их. Так, ну ладно, у нас нет денег. Нам нужно поменять строение, как мы с вами договаривались. И потом после
Так, мы здесь издать эдик не можем, так как у нас здесь есть Арсамосата. Ужас, ужас. Смотрите, сколько у Рима Антония просто 6. О, здесь уже у них первая когорта. Более серьезная армия. Кстати, наши катафракты могли бы с ними потягаться. В будущем, может быть, если мы когда-нибудь будем с ними воевать, то это дело можно реализовать. Хотя, мне пока не хочется с ними воевать. Тем более, Антошка молодец. Он мне понравился. Он просто помогает нам. Помогает хорошо. Так, смотрим на Парфию. Что у них осталось? То есть у них осталось Сузы. Поселение. И нам надо их забрать. Может быть, мы отправим свою всю же... Все-таки мы отправим свою армию именно сюда. Если мы, конечно же, успеем. Если Каппадокия, либо Антоха не заберет эту провинцию. Хотя нам точно надо забрать, потому что здесь есть стекло. А это очень ценный ресурс в игре Rome 2 Total War. Да, многие считали, даже я думал, что мы компанию слили. А, мы замечаем там... Хотя надо было сразу их разбить. Ладно, оставлю их пока. Мы замечаем там вражеский агент тоже продолжает свою обработку. Он, не знаю, оперировал, мне кажется, вражеских соединений. Вроде бы все хорошо. То есть я думал, что мы компанию сольем. Как и все. Большинство людей... Ну, самые такие упертые, как я, зрители канала сказали нет. Слово, мастер Римас затащит эту компанию и будет все хорошо. Серьезно, ребят, да, скажите, что когда компания на легендарной... Ого, смотрите, они куда пошли. Когда компания на легендарной сложности, то намного интереснее становится играть, смотреть, наблюдать, нежели просто на очень высоком, либо высокой сложности. I will plead that you do only this. Listen to the gods and join this war. Так, они нам предлагают, Понт предлагает нам вступить в войну против дахов. Где же дахи находятся, я понятия не имею. Вроде бы они здесь где-то должны находиться. Вот здесь, вот на этой территории. И, к сожалению, я не могу посмотреть, какие у них отношения с нашими врагами, с нашими, ну, союзниками. Это понятно, да, что они... А, ну, давайте, ладно. Умеренно. Хорошо. Примем. Мы же им друзья. Как они сказали, my friend. Превосходно. Мы приняли их предложение. То есть, смотрите, как тут дипломатия построена. А построена на доверии. То есть, если мы... Так, наш... А, тайный агент раскрыт. Это вражеский. Покушение на убийство. Все же этот чувак пытается убить этого самого предателя, который когда-то был их братом. Я не знаю, стоит ли нам делать манипуляцию, или он опять же умрет. Вражеский агент переметнулся. Превосходно. Волф переметнулся. Когда-то этот волф хотел убить нашего ветерана. Ну, это дело ему... Не удалось реализовать. Смотрите, здесь какой стычек прям хороший такой подбирается к нам. Давайте мы тогда с ним разберемся с вами. Так, сколько... Ага, отлично. 85%, друзья мои. 85%. Диверсия в войсках удалась. Смотрите, как это дело сейчас будет выглядеть. То есть у нас прокачан скилл массового отравления 3-го уровня. Ранга, или как там можно его назвать. И да, смотрите, одним отравлением скольких он траванул. Это просто превосходно. Это просто отлично. Так, ладно, давайте подведем еще одного агента. А у нашего агента, к сожалению, нет таких вот прям отравления, но все же мы можем... Либо убить, либо травмировать. 78%, не знаю. Отлично. Превосходно. Ой-ой-ой, как это дело так красиво-то выглядит. Смотрите. Друзья мои, смотрите. Понт здесь терпит просто неудачу. Они, видимо, попали под тоже хорошее отравление. Под натиск вражеских агентов. Давайте подведем всех своих агентов сюда тоже. Ну, на всякий случай. Так,
Здесь на ускоренном марше подходит вражеский аги, вражеский стек. Сюзи все же забирает Каппадокию, к сожалению. Ну ладно. Так, посмотрим. I go. Вот у него голос. I am no one. Отравление пищи. Превосходно. Замечательно. Так, мы их, правда, не остановили еще, да? Так, еще раз. Еще раз посмотрим. Так, ладно, мы тогда их там траванули, здесь траванули, а этих ребят мы, пожалуй, отправим сюда. Посмотрим, что здесь происходит. Ага. Тоже на ускоренном марше, может быть, мы их тоже траванем здесь. Хотя 68%, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Раз на раз, как говорится, не приходит. Ладно. Ладно. Хорошо. Пожалуй, нам пора нанимать все же еще раз персидскую конницу. Так как у нас конница проблем, у нас их не так уж прям много. И мы можем потихонечку начать штурмовать города вражеские. То есть... мы разберем это укрепление, и потом после мы сможем сделать ночную атаку и забрать этот город. То есть это уже, как говорится, вторая столица, да? То есть после того, как они потеряли столицу первую, именно Экбатана, они переместили свою столицу сюда. Гекатомпил, короче, да. Гекатомпил. Гекатомпил. Прекрасно. Так, здесь наши агенты все. Смотрите, как Парфет теряет просто всех и вся. Разлад в войсках. Если мы сделаем разлад, то свойства полководца не могут выпускать. Так, снижает авторитет полководца. Снижает хитрость полководца. А снижает рвение выбранной армии. Провокация. Давайте все же мы попробуем убить полководца. Хотя он и так бомжара. Ну ладно. Персонаж ранен. Понятно. Понятно. Так, здесь сколько будет стоить, если мы улучшим этих бойцов? Ой, как хорошо. Ой, как прекрасно. Еще и ночную атаку с вами врубим. И я думаю, пора вот так вот сделаем. Так. Превосходно. Превосходно. Ну что ж, друзья, забираем город. Я еще начну атаку, наверное, с вами врубим. Вообще будет нормально. Тяжелая победа. Первая победа. Не знаю, стоит ли нам разыгрывать автобои. Вот эти вот застрелочки у меня вот против них, я вот не так не хочу воевать, друзья. Вот я надеюсь, вы меня понимаете. Хотя, с другой стороны, давайте посмотрим обстановку. Надо вот здесь вот посмотреть, что у них здесь происходит. Может быть, сейчас мы повторим ту самую, как бы, то есть не ошибку, а именно будет так, что у нас будут проблемы. То есть сейчас они подведут все свои остатки, все свои стыки и попробуют забрать. Так, ладно, давайте мы тогда свою армию сюда подведем. О, мы их здесь можем улучшить. Все отлично, превосходно. Просто отлично, у нас кузница. Так, у нас здесь только катафракты. Ну ладно, здесь у нас пока все чисто, то есть мы отсюда не будем ожидать, я надеюсь, вражеских наступлений. Поэтому давайте мы с вами отведем своего агента вот на эти земли. Пусть он-то пока там побудет. И потом нам, мне кажется, нам пора уже нанимать еще одну армию. Так, здесь Изад пусть поделает управление. Наш воитель отправится сюда на всякий случай. Хотя давайте попробуем остановить эти стейки, чтобы они нам не причиняли неудобства, как говорится. Отлично. Смотрите, какое облако. Дамы и господа, мы уже подлетаем. Пожалуйста, пристегнитесь и надеваем наушники. Смотрим Римаса. Так, ладно, мы их
чуть-чуть притормозили, да? А здесь тоже мы их траванули, то смотрите, как это все дело красиво выглядит. А главное. You might find time to attack these people. Ну, Антошка, ты вообще разошелся. Ну ладно, это у нас, как говорится, Даки. Даки вот здесь где-то должны находиться вроде бы, да? Антошка хочет расширить свои границы. Смотрите, как пампушка-то нормально так, а? Разошелся прям. Пампушка молодец. Ну и Антошка тоже. А, вот она, Фракия. Обратите... А, нет, это Фракия. А это у нас Даки. Тьфу, блин, я что-то попутал берега. А Даки, я так понимаю, что они где-то здесь находятся, если я не ошибаюсь. Да. А вот и Даки. Да, я думал-то они здесь-то находятся. Это Октау здесь. Ну ладно. Примем. Антошка, ну ты смотри, не предай меня только, а? А то если сейчас начну с тобой воевать, то... Мы тебя просто сольем. Да, эти стыки, конечно, разбить не так уж просто будет нам. Если, конечно же, у нас будут какие-то непонятки с ним. Ну, пампушка тоже долго ходит. Да, мы воюем со всеми врагами наших союзников. В принципе, другой стороны, так и должно быть. Если ты нам, как сейчас вот... Ага, добили. Понта. Как в наше время, да? Если ты нам не друг, ты наш враг. Это вот современная политика. От нам полярной. Меня вон союзники Парфии беспокоят. Просто сильно беспокоят. Да, как раз я и о них и говорил. Так, ну что ж. Агент выздоровел. Что ж, друзья. Сколько до капитуляции им осталось? Так, не могу я посмотреть. Это нормально. Так. Кстати, у них хорошие здания. Очень даже хорошие. Так, посмотрим здесь, какие стеки подходят. Интересно. Интересно. Нету никого. Давай-ка ты, наверное, травани их. Превосходно. Так, еще раз траванем. Я надеюсь, получится. Ну, отлично. Смотрите, как это все эффективно. Эффектно-то выглядит. Прекрасно. Ну что ж. Резня. Прекрасно. Противник убит, и мы прокачиваем своего агента. Убийство прокачаем ему. Что ж, пора добивать этот стек. Они убегают. Убегают, ребята, убегают. Да вы видели, да, там стек тоже к нам подходит, к нашей, к бывшей столице Парфии. Они его попытаются разграбить, скорее всего. Не доходим. Не доходим. Так, ну давайте мы ему тогда рвение немного вкачаем. Рвение плюс один, харизма заход. А здесь харизма, шанс ранить вражеских агентов. Прибыль от торговых соглашений. Боевой дух. Шанс ранить вражеских агентов. Давайте, ладно, это дело вкачаем с вами. Ну и сделаем разлад. Уничтожение. Цель остановлена. Я надеюсь, получится. Удалось внести и дальность перемещения ограничена. Хорошо.
Может, все же мы попробуем их остановить? Хотя, смотрите, здесь тоже стек... Ай-яй-яй-яй-яй. Со всех сторон стеки просто подходят к нам. Ладно, давайте мы тогда заберем это все же. Я хотел просто их вынуть, посмотреть, как это будет дело выглядеть. Прекрасно. Превосходно. Мы должны быстро сейчас, по идее, пополнить свои войска, выстрелов минуту, бонус к натиску всех отрядов, рвение как полководца. Шанс заметить засаду противника позволяет вести ночные бои. Это уже было. Шанс на успех при нападении из засады. Плюс 10%. Так, а здесь у нас что? Выстрелов, это мы с вами смотрели. Харизма, блин. Так. Понятно. Общественный порядок, стоимость. Тактик. Хитрость как полководца плюс 2. Дальность перемещения по карте компании 8%. Давайте мы тактик тогда начнем прокачивать. Ну и эти ребята меня очень сильно беспокоят. Поэтому давайте мы начнем их отравлять потихонечку. Если, конечно, у нас... Не получилось. Остановим тогда их нападение. Превосходно. Остановили мы их, ребята. Мы их остановили. Так, эти ребята у нас заняты. Ну, этих осталось теперь остановить. Так, дальность перемещения у них ограничена. Разлад, угроза уничтожения. Цель остановлена, 40% шанс. Если, конечно, у нас получится, удалось прекрасно ввести разлад и... Ага, дальность, смотрите, эта армия не может двигаться или действовать. Рвение минус 1. Превосходно, то есть мы, получается, их догоняем. Отлично. Ну просто цены нет, просто нет цены на этот успех. Ладно, давайте тогда наймем еще один. Хотя, ребятишки, вы нам здесь не нужны, вот вы нам здесь нужны. Так, у нас с пехотой проблемы, да, именно с топорниками и с конницей. Сколько ходов потребуется? А, 10. Вообще мы тратим все свои средства на военные действия. Это, конечно, понятно. Нам нужно же выживать. Так, мы изучили это дело. Осадная башня. 6. Нет, ребят, я хотел другое что-то изучить. Ага, доход от земледелия плюс 3%. Все регионы, стоимость строительства аграрных зданий. Минус 3% все регионы. Дает возможность постройки усадьбы с, ну понятно, да, третьего уровня. Тот самое, та самая усадьба, которую нам предстоит построить вот здесь вот, да. Смотрите, это 7 пищи, а здесь уже будет 10. На 3 пищи будет у нас больше. Превосходно. Я уже хочу разобраться со всеми восточными фракциями, да, чтобы уже не делать военные действия именно с такими отрядами, как вот, например, застрельщики, конные застрельщики. Вот просто их хрень их догонишь, а охота просто... Поиграть именно такими войсками, которые у нас есть. Катафракты, царские катафракты, пока, кстати, мы до них еще не добрались. А, ну и воины азаты. Персидская конница, просто конница, да, там ближний бой реально. А вот ходить по карте налево-направо, догонять этих ублюдков неохота. И нанимать бомжей и застрельщиков тоже. Охота вот прям серьезную войну такую прям организовать. К сожалению, Парфия не хочет так играть с нами, а у нее другая практика. Хотя у них есть тоже хорошая ударная конница. Как мне, по мне так очень странно, мы уже сколько ходов-то завершили. А их пока не видно. Вот так вот.
А нету их. Кстати, Парфес задерживается. Скорее всего... Так. Ну, превосходно. Благо у нас в Экбатане нет проблем с общественным порядком. Как видите, у нас плюс 9. Культура наша, восточная. А и у нас диверсия в войсках. Именно в каких? Вот в этих. Персонаж приобретает дурную славу. Ой-ой-ой, какая жесткая диверсия получилась. Ребята, это жесть. Это просто жесть. Давай-ка ты, наверное, его перемани. Агент переметнулся, отлично. Чтобы было меньше проблем. Давай-ка ты, наверное, убей полководца. Покушение сорвано. Убивай. 12%. Противник ранен. Прекрасно. Смотрите, 12%, но зато противник ранен. Это просто отлично. Угроза уничтожения. А сановник ему вкачаем. Ну и засады добьем этих индейцев. Также я разыграю автобой, друзья. Также, потому что у нас нет вообще застрельщиков. Сейчас мы будем гоняться за этими ублюдками и просто их тупо не догоним. Они нас расстреляют. Нет уж, давайте лучше разыграем решительную победу. Да, у нас будет потерь. Хотя нет таких прям потерь больших. Ну, нормально. На, нахер. На, нахер. Отлично. Прям клёв хлещет из него. At once. Превосходно. Отлично. Ну что ж, пора уже валить отсюда на ускоренном марше, я думаю. Не доходим, так как мы были отравлены. Это войско не может укрепиться. Дальность перемещения этой армии снижена вдвое. Да, поэтому. Так, до нас дошли слухи об одном рабе. Раб. Раб из Галлии. Его мастерство в ювелирном деле уже стало легендой. Да, освободить, ребята, освободить раба. Я вообще не люблю работорговли. Это, конечно, не мое. Так, здесь парфяне нас грабят. Здесь мы потихонечку пополняем свои ряды. Ну и можно уже начать отравление. Превосходно. Так, я так понимаю, здесь один полководец всего лишь, да? Давайте мы его попытаемся убить. Резня 50%. Пущена возможность. Так, эти ребята не могут двигаться. Убийство, провокация 21%. Да что ж ты будешь делать? Так, ладно, давайте посмотрим в Суси, что здесь происходит. Ага, идет, идет к нам, идет. Поджог. Диверсия удалась. Превосходно. Так, здесь мы какие войска сможем, кстати, нанимать? Этих ребят давайте мы с вами распустим. Ну и, по ходу дела, наше подкрепление скоро должно уже подойти. Хотя у нас здесь тоже открытый так фланг. Сузы теперь не наш. Бам. Город Бам. Я думаю, знают некоторые это слово. Бам. Я все же, наверное, скриншот сделаю. Так. Бам. Превосходно. Так, ну что ж, пока мы здесь потихонечку укрепляем свои позиции. У нас есть 1200 золотых монет. Мы изучаем технологию, которая позволит нам строить, возводить дополнительные здания, которые позволят нам добывать пищу. Помимо этого, нам, как вы уже, наверное, помните, я планировал создать еще одну армию. Ну, после того, как я освобожу этих ребят, то есть доведу их до Судова. Здесь найму простую бомжовскую армию, чтобы она держала оборону. А дальше мы пойдем с вами либо в Сюсю, либо заберем это побережное поселение, которое граничит с Каспией.
Да. А потом можно по берегу пойти к Книси, ну и вот эти все сторонные прочие города забрать у Парфии и их унизить, предложив им, чтобы они стали нашими протекторатами. Вот такой вот у меня план Барбаросса. Хотя план Барбаросса был сорван. Как вы знаете, это так. Продолжаем прокачивать ему вот эти две обилки, либо политика и философия. То есть философия, да, а культура наслаждения плюс 9, это лучше использовать там, где у вас граничит, например, да, смотрите, у нас одна единственная провинция среди римских, то есть основные римские города, но здесь у нас одна. И обратите внимание, какой у нас, так, не то, о, 83%, видите, то есть наша культура лидирует, хотя у нас 50 на 50, то есть у нас и соседняя провинция, я так понимаю, тоже, у них культура та же, как и у нас, у персов, да, то есть это восточная культура, но и у нас это Эдесса. Но для того, чтобы поддерживать то есть общественный порядок, и чтобы у вас был доход нормальный, вы прокачиваете именно эти две обилки. Эти две обилки появляются тогда, когда вы прокачали сановник первого уровня. То есть, как вы видите, да, то есть это прибавляет авторитет плюс 1, шанс критического успеха в любом действии плюс 5%. Давайте мы тогда вот с вами поднимем налоговую ставку. На. Здесь у нас 10%, а теперь у нас будет 15%. Завершив ход, мы увидим результат. Ну, визуально увидим его, да? Там точных цифр, я думаю, не будет. Это не как в первом времени. Хотя у нас тоже здесь можем, смотрите, посмотреть все точные цифры. То есть налоги у нас 4138 золотых монет, численность рабов у нас плюс 40 за каждый ход. Это, конечно, хреново. Торговля 1657, другое 1500. И всего доходов у нас 7335. Всего расходов у нас 3008. То есть расходы включают содержание армии, содержание флота и другое. Другое это может быть, например... так, а где у нас коррупция, кстати? Влияние налогов минус 5. А коррупции я не вижу. Скорее всего... А что, неужели что у нас нет вообще коррупции? Самый низкий общественный порядок заход это у нас вот здесь. Видите, автоматически нам показывают, указывают, что вот, Римас, у тебя тут такие вот проблемы. И, скорее всего, у тебя будет тут восстание. Угу. Что ж, ладно, будем надеяться, что вражеский агент не попытается еще раз травануть наших бойцов, находящийся здесь, а и потом не добить их. Ага, смотрите. Антошка-то, смотрите, как делает. А? Тремя агентами просто их шатнул, траванул и все дела. У них там, наверное, массовый понос пошел у вражеских соединений. Это, конечно, хорошо, когда агенты союзника вашего делают дела и помогают вам, чтобы вы смогли удержать, сдержать натиск врага. Хотя, я думаю, Антошка знает прекрасно, и это в его интересах. А, да, к сожалению, это так. Забирают они наш город. Все же они идут, забирают наш город. Давайте мы его отдадим. Здесь ничего страшного нет, мы сейчас их просто траванем и добьем этой армии. Возможно, они его и грабанут. Или попробуют занять его. Да. Они его забрали. Но сейчас мы их просто шатнем. Нам реально нужна здесь армия вторая, да, чтобы мы смогли забрать этот город. Этот остаток. Да-да-да-да. Смотрите, как искусственный интеллект грамотно поступает. То есть он пытается остановить нашу эту армию. Чтобы сохранить жизнь тех ребят, которые забрали только что наш город. Наш открытый город. Мне вообще следовало принять другие ходы по этому поводу. Либо попытаться их остановить, либо травануть, либо просто каждый ход агентам их травить, 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 травить. Диверсия в войсках. Все же им удалось это сделать. Это у нас вот здесь вот. Вторая диверсия в войсках. И противник ранен. Эдикт отменен. Наш тайник раскрыт. Нехватка пищи. И... Золотой гал. Кадара получил возможность сделать
вещи по собственному разумению, качество его работы улучшилось. Отлично, 10-кратно даже к вам. Прекрасно. Торговля у нас, к счастью, увеличилась, и мы не можем двигаться. То есть... Да, ребят, не дают они нам. Нормально, давайте мы тогда его переманим. 17%. Агент вражеский переметнулся. Прекрасно, теперь он теперь наш. И он улучшил свой навык. Массовое отравление мы прокачиваем. Здесь мы доходим, прекрасно. Заказное убийство, резня. Противник ранен. Теперь они остаются без полководца. Подрывная деятельность. Снижает боевой дух и преимущество при натиске. А снижает свойства ближнего боя и дальнего боя у всех выбранной армии. У всех отрядов выбранной армии. Дальнего боя, смотрите. Наносит значительный урон указанному отряду выбранной армии. Нет, давайте мы тогда лучше снизим. Отлично, подрывная деятельность удалась, и мы прокачали. То есть, что мы сделали? Мы снизили урон. Убийство. Вот, давайте убийство мы ему прокачаем. Мы снизили урон у всех выбранной армии. И как вы видите, здесь видите 32 ближний бой. То есть, на немножко, но у них снизился. Так, а у лучников выстрел в минуту меньше, а ближе бой вообще 9. Прекрасно. Но урон снарядом почему-то у них остался тут же. Так, у нас здесь какие стаки еще приближаются? Все же давайте мы тогда своего агента отправим сюда, попытаемся отравить этих ребят и добить их. Прекрасно, мы прокачали своего агента. Молодец, Вася. Просто молодец. Убийство, кстати, у него хорошо прокачано, да? Разведка. Давайте мы его разведку и вкачаем. Не такой уж прям хороший эффект, к сожалению, у нас с отравлением получилось. Так, у нас здесь... А, мы доходим. Прекрасно. Доходим, травим, просто их обратно его отправляем и травим его. Превосходно. Ой, смотрите, как это дело-то выглядит, а? Забираем. Сейчас еще ночную атаку с вами врубим. Решительная победа. Превосходно. Возвращаем свое поселение обратно. И у нас пищей... Восстановилось это дело. Так, ладно. Ой, зря я тебя, конечно, сюда. Самое главное, чтобы нас здесь не перехватили. Хотя эти ребята могут это сделать. Поэтому нам нужно нападение на патруль. Остановить их. Превосходно, они остановлены. Отлично. Так, ладно, я хотел этого полководца еще раз убить. Ну, попробовать, да, попытаться его убить. Но, к сожалению... У нас это дело не получится сделать. Нанимаем за топорников. Здесь, я думаю, пожалуй, нам нужен еще один полководец. Хотя можем его и в столице врага. Я так его называю, да? Столица врага. Добро пожаловать. Бывшая столица врага. Это так парфию троллю. А здесь мы не можем, кстати. Культурное влияние, шанс ранить вражеских агентов при самовольном плюс 2%, налоговая ставка плюс 3%, доход всех источников плюс 5%, боевой доход, дух всех отрядов плюс 5%, харизма заход. Содержит всех... Хорош, смотрите, прям... Нормально. Давайте восстановим, и этих ребят мы наймем с вами. Превосходно. И еще его и прокачаем. А вот я не пойму, почему они здесь... Не понял. Ваши солдаты разбегаются, потому что вы не можете снабдить их всем необходимыми. Сделайте что-нибудь, пока вы не остались без войск.
Я не понимаю тебя, искусственный интеллект. У нас с пищей, в принципе-то, все нормально. Единственное, я в следующем ходу сделаю следующее. Я попробую построить усадьбу здесь, которая позволит нам добывать не 4 пищи, а 7. Так, у нас здесь еще один агент. Вообще-то мы можем зайти в этот город и забрать его. Так, у нас 3 хода до окончания. У нас здесь пища. Пища, хлеб и зрелище. Превосходно. Что ж, друзья, у нас здесь столица открыта. Я не знаю, что здесь будет. Скорее всего, сейчас они попытаются забрать нашу столицу. Хотя, с другой стороны, у нас гарнизон есть, по идее. Я имею в виду не столица, а именно этот укрепленный город. Агент пытается остановить, либо отравить, либо убить вражеского полководца. Смотрите, он пускает агент, вернее, Антохи. Пытается сделать что-то плохое. Точно что-то плохое. Пампушка тоже там что-то делает. Кстати, Пампушка вроде бы с Антошкой воюет, насколько я помню. Потому что они наши враги. Маркоманы. Парфия. Вот, здесь самый интересный момент. Парфия, Персия, ну и остальные бомжи, которые воюют с нами. Ардахан. Каппадокия. Продолжает свои набеги. Гетулы, Галатия, Набатея, Персия. Вот, вот, вот. Персы все же не останавливаются. Они пытаются помочь своим хозяевам. Это, конечно, печально, но, с другой стороны, они преданно служат им, Парфии. Агент выздоровел. И у нас не боевые потери. Армия в гарнизоне 280 человек. Наш Танегат раскрыт. Это где? Ага. Угу. Смотрите, Суза теперь стала Антошкой. Антошка забирает Сузу. Интересно. Очень интересно. Так, ладно, давайте вот тогда мы своего агента сюда подтянем и сделаем ему разведочку. Здесь у нас Понт попытается забрать этот город. Все же давайте мы его опередим и заберем. Ой, ужас, ужас, смотрите. Смотрите, воин Азатыш, скорее всего, потеряет свою. Просто они потеряются, Вася, просто потеряются. Нам надо было еще сделать отравление пищи. Ну ладно, решительно победа, 89%. Мы сейчас Азатов, скорее всего, потеряем, да. Ну ладно, хрен с ними. У нас военная традиция. Мы сейчас быстренько их наймем в столице. Вообще-то они нам здесь пока не нужны. Нам лучше штамповать бомжей. Боевой дух отрядов. Так. А если он о чем связан с ночной атакой? Все же давайте мы, наверное, грозные бойцы. Атака ближнего боя. А, либо нет. Давайте лучше следующее сделаем. А, верные защитники. Яма-шмяма, хотя это яма-шмяма. Ну давайте мы это вот так вот сделаем. Так. Превосходно. Превосходно. Заводчик лошадей. Пища минус 2, заход плюс 2, доход от скотоводства 60. То есть в этом провинции нам лучше строить не усадьбы, а здания, позволяющие нанимать, ну, я имею в виду, добывать пищу путем скотоводства. Дает гарнизон. Хотя, смотрите, какой хороший гарнизон. Ну, с другой стороны, нам сейчас не следует. Пусть будет пища пока плюс 4, пока мы с вами не достроим одно дело. Отправляем свои агенты на фронты. Сюда. Одного сюда. Так, и еще один у нас. Ой, ребята, с этими ребятами у нас по ходу дела очень, очень сложно. Давайте мы все же объединим эти катафракт. Превосходно. И распустим этого полководца. Нам просто не дадут нормального житья здесь. Этого попробуем переманить. Задержим вражеский агент. Ну, на этом и хорошо. Все же мы его задержали.
Все же мы его задержали. Да, Антошка забрал все же Сузы. Может быть, нам предстоит сделать такие вот небольшие козни Антошке в будущем, да? Как вы думаете? Давайте убьем этого чувака. Достал он мне уже. Резня. Твою же душу. Ну что-то такое прям... Вообще-то этого чувака я хотел сделать ему управление. Увеличить налоговое поступление и защита местного поселения от действий агентов, подрывающих авторитет властей. Эх, ветеран-то не может идти. Все же я попытаюсь убить этого полководца. Но просто он нам здесь не нужен. Ну реально, ну, резня, предательство, наем убийц. Все же давайте мы резню и попробуем. Ну, упущена возможность. Какой-то прям неуловимый. Враг у нас. Все же я его попытаюсь добить. Да, мы потратили очень много денег. Да, но зато противник ранен. Мы избавились от этой проблемы. У нас теперь с общим порядком должно быть намного лучше. Так, общий порядок плюс 10. Смотрите, стадион для полу. Доход от развлечений. Культура 80. Доход от развлечений. Культура 10. Пожалуй, мы с вами здесь наймем полководца. Хитрость, хитрость. Так, шанс. Ах-ха-ха-ха-ха. Только армия, содержание кораблей. Ну, давайте этого мы с вами сейчас восстановим. Прекрасно. Превосходно. То есть, смотрите, враг, скорее всего, попытается отправить свои стыки отсюда. А, ну и, конечно, его союзник будет идти со стороны Бама. Да. Либо отсюда. Ну, то есть, отсюда. Ну и отсюда. Ну и так вот. Короче, я уже гоню. Давайте посмотрим, кого мы можем повысить. Никого. Никого. За Дракарту мы забрали. Следующая цель, мне кажется, все же нам надо уже обратить свой взор на юг, именно вот сюда, и попытаться забрать эти близлежащие территории. А то они дают доход, они тоже, то есть враг собирает там налоги. Получив налоги, они пополняют свою казну. Укрепив свою экономику, они нанимают войска, стейки, бомжи, и эти бомжи уже идут к нам. Либо они отправляют своих агентов. Да. Каппадокия, Каппадокия. Утратила свой шанс, они вроде бы там захватили. Ну, передать они точно не передали. Это поселение с Антохи. Но и воюют они с ними вроде бы не воюют. Хотя нам следует проверить этот факт. Персы выдвигаются к нам. Наш Танегет раскрыт. И вернулся домой. Прекрасно. Аршака с возвращением. Прекрасно, мы спасли наших своих катафрактов. Пусть они пока пополняют свои ряды. Мы можем потихонечку начинать нанимать еще одних ребятишек. Так, я все же давайте мы наймем вот этих вот бомжей, конных лучников. Далеко они еще пока не бомжи, хочу отметить. Они очень хорошие. At your service. Оу, молодец. Давай сделай манипуляцию. Ну, айте, какой ты молодец. Просто красавчик. Перемытнули. И этого чувака тоже. Ну, давайте лотерею сегодня выиграем с вами. А, задержим вражеский агент. Ну, джекпот мы не получили. Понт! Понт, смотрите, куда он выдвигается. Куда же выдвигается понтик? Понтик просто молодец. Давайте мы ему по пище вот так вот сделаем. Пусть они поголодают немного.
Так, наш агент, смотрите, у нас здесь два агента, а здесь у нас вражеский агент. Я пока не буду тратить свои деньги на их переманивание. Пусть они пока здесь будут. А вот этих ребят я травану, пожалуй. Тем самым мы прокачаем своего агента. Превосходно, смотрите, как это дело красиво это выглядит, а? Мы их добивать не будем, потому что появится еще один стейк. Пусть они пока платят содержание на этих ребят. Так, этих ребят нам надо задержать, потому что они куда-то непонятно выдвигаются. И мы их... Дальность перемещения ограничена. Так, второй. Нападение. Ать-то молодца. Остановлена их армия. Так, ну что ж, делаю управление. Так, ты у нас тоже должен будет делать управление. Ну, я тебя отправлю сюда. Что ж, что Антоха делает с Каппадокией? Нет, они вроде бы чуть не ли в засос целуются. Это, конечно, хорошо. Не хочешь. Слушай, чувак, тебе она походит, ты потолстел. Вроде бы в начале кампании нормальный такой стройник и был, а сейчас уже толстеешь. Небось, сидишь у себя там. Кушаешь. Так, ну что ж, этих бомжей мы с вами распустим, друзья мои. Ждем, да, пока наш полководец не наберет достаточно сил. Наймем здесь бомжей. Нашего полководца. Вообще-то здесь нам нужен стек. А нет, нет, здесь мы пока не можем нанимать. Прекрасно, мы здесь продолжаем наем. Единственное, нам в столице нужен какой-нибудь управитель. Кит, рвение, шанс, налоговая ставка плюс 12%, это столица. Рвение, ой, смотрите, какой прокачан это чувак. Датувахья. Интересно, такое название, да? Вот, ну, зато пусть он делает. Хотя он с другой семьи. Ну, ладно, что теперь? Пусть. Я не против. Наймем здесь бомжей. Пусть они, если на всякий случай, да, так, если... Обнимаю цепью. Что ж, друзья, пока мы пополняем свои войска здесь... Мы будем потихонечку... Вообще-то нам следовало строительством заняться. Какой позор, сколько я же пытаюсь построить эту усадьбу, ну... Хотя, смотрите, у нас чуть-чуть прям не остается. Может быть, этих бомжей прекратим? Вот так вот, да? Сделаем. И построим это дело здесь. Здесь у нас общественный порядок будет плюс 1, зато пища минус 1. Зато у нас будет кань 80, а не 40. Займемся этим. Но уже после того, как мы сдадим с вами ход. Друзья, если вы есть ВКонтакте, можете присоединиться в группу. Ссылочка на группу, как обычно, в описании видео. В группе вы можете задавать вопросы по игре, ну и какие-то такие нормальные вопросы, да? В рамках правил, конечно, наших групп, нашей группе. И вот так вот. Ну, примерно так. Так, сколько мы уже записываем? О, друзья, уже час мы с вами записываем. Что-то я сегодня заигрался. Неужели я так сильно заигрался? Ага, смотрите. Тошка там что-то делает. Ага, и вражеский агент пытается остановить наступление Каппадокии к нашим, к своим границам. Смотри, тоже искусственный интеллект очень грамотно поступает. Иногда, конечно, очень глупо, как и мы. Но иногда очень грамотно тоже, как и мы. По-мастерски... То есть, понятно, да, то есть, если вы подводите свои войска, он сразу же реагирует на это и пытается всеми средствами их остановить. Давайте все-таки мы поселение Шелковый Караван построим здесь, а потом после этого нет, мы это дело строить не будем, так как это будет требовать минус 4 пищи. Нам это дело не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Понт! Понт нас опережает. Может быть,
Давайте мы их остановим, а? Ну реально, ну это некрасиво. То есть смотрите, если мы выберем свою армию, за два хода мы доберемся до Ниса. На ускоренном марше мы по-любому не сможем, потому что на ускоренном марше мы не сможем перевести обратно в обычный режим, чтобы захватить город Ниса. Давайте мы их остановим. Я надеюсь, они нас не спалят. Удар в спину. Да, это подло звучит, но я не хочу отдавать им Нису, потому что я готовился забрать этот город. Они... А то я не собирался им отдавать. Так, так, так. Отлично, диверсия в войсках удалась и... Дальность перемещения ограничена, к сожалению. Давайте мы еще раз попробуем. Ну, самое главное, чтобы они нас не спалили. Самое главное, чтобы они нас не спалили. Диверсия в войсках. Ой, да что ты будешь делать? Так, еще один. Что-то мы, блин, вот прям... Блин. Так, еще один. Травить мы их не будем. Так, это вообще бомжара какой-то. Ну давайте, может быть, этот неудачник. Может быть, этот лошок-то. Может быть, удача на его стороне, как это обычно бывает в наше время. Наш танк раскрыт. Повышение ранга. Так, мы, по ходу дела, ухудшили отношения. С понтами, да? 10 агентов против понта. Минус 10%. Да, смотрите, видите? Все это дело регистрируется в реестре, да? Картотека такая своя, своеобразная. Ну ладно. Раз так, как мы... Давай, ну у тебя голос точно должен... Да что ж ты будешь делать-то? Ребят, мы не можем остановить их. Так, ладно, последний агент, который мы его когда-то сюда внедрили. Ну ты уж точно должен остановить эти войска. Мы их не травим, мы их просто останавливаем. Диверсия в войсках удалась, и... Твою же душу, ну неужели? Остановили мы их. Все, забираем этот город. Забираем Нису. Ниску забираем. Я надеюсь, мы правильно это делаем. Да, подло, понятно, но с другой стороны, зачем нам отдавать эти пограничные поселения, когда нам было плохо, они вроде бы нам... Ну, понт точно к нам не проходил. Но, с другой стороны, они были заняты другими, да, делами. То есть они... Посмотрим, какие у них земли здесь есть. Да, когда нам было плохо, они вроде бы к нам не приходили. Антошка иногда нам помогал, но не так. А когда у нас все хорошо, то есть мы отбились и теперь идем на передовую. Это вот как, не знаю, как Вторая мировая война, да, когда брали Берлин. Там сразу начали делиться, там, ага, Запад, США. А когда чуть Москву не взяли, то все молчали. Типа, а, нет, мы не можем там туда-сюда. Когда увидели, что режим фашистов-то уже все, то сразу начали делать мобилизацию. Тут такая же беда. Союзник союзником, но все же наши интересы в приоритете, как говорится. Пища минус 2. Ну что ж, давайте, ладно, мы тогда поселение, заводчик лошадей построим, рост заход, доход от... По-любому, нам надо это сделать, и как раз у нас будет персидские гоплиты, гарнизон, горцы, толпа, ну, толпа-то бомжи, топорники и элитные персидские лучники. Вот что нам надо сделать. Здесь мы можем расширить свой городишко и построить колодец, либо центр города. Ну и, конечно же, эти... Вот, кстати... Восточная баллиста. Давно пора это сделать, построить. Давайте мы с вами этим и займемся. Да, я понимаю, здесь очень много военных объектов, но все же нам нужно это сделать. Давайте посмотрим здесь, кого мы можем повысить. Так, бомжара наш-то здесь. Шанс ранить вражеских агентов при самообороне. Хитрость плюс 1. Вот это, пожалуй, нам нужно. И агент. Что ж, будем надеяться, что Ниса все-таки будет нашей. Этот город должен быть наш. Хотя, с другой стороны, смотрите, Каппадокия тоже подходит, но они вроде бы не должны дойти. Здесь Антошка продолжает свою работу, обработку вражеских стейков. Но и они просто стоят и ничего не делают. Пусть они стоят, я их не трогаю, потому что убив их, уничтожив их, они просто наймут еще один стейк, свежий, пригнанный стейк, как говорится, и эти стейки будут нам, к нам подходить. То есть мы их траванули пару раз, пусть они и так, они
не смогут пополнить свои войска, находясь у нас на нашей земле. Так, пытается он убить и кажется, он задержал нашего агента. Или нет? Да, парфяне обрабатывают Каппадокию. И, по всей видимости, им это удалось. Я так понимаю, что Понт... Как он двинулся? Что-то я не понял. Персонаж ранен. Ага, все-таки он ранил нашего агента. Наш тайник раскрыт. И да что, да вы охерели, 5000. Да, хрень с этой хреной. А, нет, мы прекрасно, мы их остановили. Так, политическое событие, последствия. Им было отказано. Однако они распустили о нем слухи, очернив его репутацию. Так, понятно. Что ж, все-таки нам удалось остановить их и... Превосходно. Превосходно. Решительная победа. Забираем Нису. Забираем этот город. Отлично, нам удалось это сделать. Единственное, вот у нас здесь теперь прорисовываются новые враги. Отправим, конечно же, одного агента сюда. Посмотрим, что у них здесь происходит. Ага. Ну, такой минный стек, зато у них с общественным порядком очень-очень плохо. Это у нас мятежники, они не должны наступать. Это у нас мятежники. Это прекрасно. Мерв. Что у нас здесь происходит? Ага. Ну, давайте для... Вот так вот сделаем. Хотя, не, зря я отравление колодцев сделал. Нам надо было сделать другое. Так, ну что ж, отправляем тогда своего агента. Именно какого? Пожалуй, вот этого я отправлю, внедрю его в войска. Пусть он там делает контрразведку. Сусию осталось забрать. Кстати, у нас здесь, можно сказать, открытый такой фланг небольшой. Здесь мы продолжим все же нанимать войска. У нас такие вот будут конные войска. Так, еще этого не можем нанять. Прекрасно. Ну и мы с вами, как вы видите, продолжаем строительство это здание, которое позволит нам нанимать баллисту. Диверсии, диверсии, только диверсии. Так, ну что ж. Что с этим агентом у нас получается? Антошка молодец. Смотрите, как он хорошо здесь развивается прям. Вот у меня вообще ни в одной компании не было такого, что... Вот агентов у нас очень много в этот раз. Очень много. Ладно, давайте подведем тогда своего... своих агентов сюда. Здесь. Бам, кстати, открытый. Мы можем отправить армию в сторону бам. Ну и попытаться забрать этот город. Ладно, пехоту мы пока нанимать не будем. Мы просто наймем этих, а потом после этого мы с вами наймем наемников. Кстати, у них здесь нет ударной конницы. Это, конечно, плохо. Подрыв здесь сделаем. Здесь у нас все нормально. А здесь мы отравление пищи сделали, к сожалению. Но все же, это нормально. Так, ну что ж, Парфия потихонечку... Вот их, кстати, столица. Отправим своего агента сюда. Они очень слабые теперь стали. Ну, очень. Я не ожидал, что такой исход будет, конечно. Так, ребятишки, ну что ж, вас пора уже потихонечку, мне кажется,
добивать. Заказ на убийство, манипуляция. Все же давайте мы попробуем. Ага, отлично, вражеский агент переметнулся. Превосходно. Просто прекрасно. Так, у нас здесь агент здесь находится. Мы его отправим сюда, пусть он делает здесь контрразведку тоже. А, на всякий случай. Так, у нас этот агент занятый. Ну и все же давайте ударим по их экономической составляющей. Хотя 40% шанса, не знаю, получится ли нам сделать, упущена возможность. К сожалению, это дело не получилось сделать. Ладно, сдаем ход. У нас 613 золотых монет на балансе. Мы продвигаемся вперед. Мы ослабили вражеские позиции и теперь диктуем мы. Я говорю «мы» — это мы и наши союзники. То есть без союзников я, конечно же, бы, наверное, не смог бы затащить, потому что Антоха тоже занимается своими делами. Антошка молодец. Подло мы поступили с Понтом, но другого выхода, ребята, у меня не было. Нам надо расширяться на восток, потому что на запад у нас, как вы видите, на западе все закрыто, мы со всеми в нормальных отношениях. Не хотелось, конечно, их предавать, забирать их земли. А будем играть как вот, не знаю, проходить кампанию, как будто реальные люди, да, с нами играют, чтобы у нас было к ним тоже уважительное отношение, чтобы мы смогли с ними дискуссировать в будущем. Ну и, конечно же, опыт и история. То есть мы с вами пишем историю. То есть мы сколько воевали плечо к плечу, и так раз и предать их, хотя они могут нас предать. Это уже будет другой разговор. Но мы другие люди. Ну, там подлянка, конечно, была. Ага. Превосходно. Превосходно. Ну что ж, друзья, давайте мы на этом с вами завершим эту серию. В следующей серии мы будем отбиваться. Конечно же, отбиваться. И мы с вами, я надеюсь, отобьемся. Ибо нам... Да, мы их просто шатнем, мне кажется. Мы их просто расстреляем и все. Я не знаю, чем они думают. Хотя, если мы разыграем автобой, то компьютер показывает, что у нас шансов вообще нет. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и про лайки не забываем. До скорых встреч.